Новый год – это самое время дарить подарки. В минувшую пятницу каждый арчанин мог выбрать подарок для своего родного и близкого на выставке «Handmade». Выставка ручной работы стала уже традиционной в нашем городе. Ежегодно всеорские мастерицы в канун праздников представляют жителям свои творения – куклы, изделия из дерева, бисера, ароматизированное мыло, вышивка и многое другое. Я создаю украшения из полимерной глины. Идея бывает рождается в голове, а бывает что-то на просторах интернета вы посмотришь у других мастеров, более опытных мастеров. Одно украшение может создаваться по-разному на самом деле. Может быть занять 5 минут рабочего времени, а может и 2 дня. Даже можно сказать, что я в этот момент отдыхаю. Не работаю, как наоборот считают многие, а отдыхаю. Ирина Руть вот уже 3 года увлекается вязаными игрушками. Свои работы она решила представить и на этой выставке. Среди них можно встретить и героев новогодней ночи, и просто красивые вещицы, сделанные с душой. Увидела в интернете интересные игрушки амигуруми, которые вроде миниатюрненькие, красивые, элементарный, но оригинальный подарок к любому празднику. А себе вот на Новый год уже выбрали какой-то подарок, сделали? Или вы, наверное, всем своим родственникам дарите теперь вот такие вязаные изделия? Конечно, это будет секрет. Ну, естественно, это будут лошадки. Самые разные по фактуре, по размерам. Полин, расскажи, что ты сегодня для себя выбрала на ярмарке и почему? Ну, чтобы быть красивой, я выбрала ободок, снеговика, под елку поставить. Тебе понравилась выставка? И вот что больше всего понравилось? Мне все понравилось, и выставка понравилась. Несмотря на то, что выставка работала всего 2 дня, все желающие смогли приобрести оригинальный новогодний подарок и насладиться мастерством орских рукодельниц.